Всем привет! Новый день, новая серия, поэтому, если вам не трудно, можете поставить прямо сейчас лайк авансом, даже написать какой-нибудь комментарий. Ну и думаю, судя по названию видео, вы поняли, что видео будет не совсем стандартного формата для меня. Как бы я все равно его сделаю в формате влога, но у нас какой-то даже мини-обзорчик получится. И, ребята, совсем забыл, если что, вот мой инстаграм, и также я прикрепляю номер карты, надо все-таки собрать донат. Мне нужна новая камера, я хочу снимать круче, ребята, так что если есть чем помочь, помогайте. Заранее всем огромное спасибо. Ну а сейчас я уже выдвигаюсь и еду на потенциальную встречу с нашей будущей тачкой для обзора. Вы уже видели, какая она по названии. Сразу говорю, объективно понимаю, что первый блин, скорее всего, будет комом, но пофиг, надо же попробовать. Тем более, что вы просили. Ну что, ребята, вот и первая встреча с тачкой, и это RS6. И, конечно же, символично, но обзор начнется с заправки, потому что эта мразь просто ест не в себя. Ну, особенно если делать вот так вот. Короче, объем бака здесь 82 литра. Кушает, само собой, или 98-й, или 100-й бензин. И кушает с бешеной скоростью, ребята. Я думаю, банально за время обзора она скушает рублей на 50 топлива. Ну, а что хотеть? 4,2 литра. Встречайте, Audi RS6 C5. Собственно, сразу к вопросу, что так сильно прижимает. V8, 4.2, B-турбо, разгон по паспорту 4,9 секунд. В принципе, должна примерно так ехать, потому что владелец сейчас ее полностью восстанавливал. Тюнинга здесь нет, она сток, но восстановленный. Денег засыпано уйма. Ожидается, что в скором времени машина поедет на Stage 1. Это уберет два косяка. Первое, это, во-первых, она станет быстрее и в ней будет 600+. И второй пункт, у нее есть ошибка по экологии, какая точно не знаем, владельца с нами нет. Но он сказал, после Stage 1 прошивка сделает так, что ошибка, в принципе, уйдет. Вот такое вот у нас подкапотное пространство, все зашито красивейшим пластиком, тут такой вот карбон. Да, ребята, машина не новая, не все у нас защелочки работают, но не суть. Снимать пластик этот не будем, потому что там все-таки не чисто, показывать вам грязь не будем. Ну, а так вот, с завода такая красота. Как я и говорил, к обзору не готовились, машину, в принципе, не мыли, все спонтанно, все вот так, поэтому, ребята, не обижаться. Ну и плавно переходим к салону. Здравствуйте! По сидушкам у нас полуковши Рикара в гравировочке RS6.
принципе, такие же точно сиденья были у меня в Audi S3, то есть классическая модель, которая ставится на эти RS и S-версии. Полностью на электропакете она у нас идет. Обнаружил здесь кнопку, которая была у меня и в Audi S3, только сегодня узнал, что она означает. Короче, нажимая эту кнопочку, вы можете оставить то же самое животное у себя в салоне, и если оно будет дергаться, бегать, прыгать, крутить сальтухи, сигнализация у вас не сработает. На самом деле удобная фишка, про которую многие автопроизводители просто забывают. Ничего. Максимум, с чем я могу сравнивать, это с Audi S3, которая у меня раньше была, и, допустим, те же самые регулировки зеркал у меня раньше располагались на дверях. Здесь их уже убрали отсюда. Очень симпатично у нас здесь карбон. Это стоковое исполнение. Забыл сказать, год здесь 2002, а для сравнения в моей S3 был год 2001, то есть там почти все то же самое. Или 2002, я уже не помню. В принципе, классические болячки этих автомобилей, переключалка света всегда у нас здесь зашарпанная. Но странно, что магнитофон не пострадал таким же путем. В принципе, здесь кнопки все более-менее целые. Собственно, клима, навигация, попогрея, все здесь присутствует, само собой. Знаменитый подстаканник Audi, который красивенько выезжает. Здесь он немножко пострадавший, но он уже заказан новенький. Вы понимали, оп! И тут должен быть телефончик, но его, к сожалению, нету. И сразу бросается в глаза, что здесь у нас наконец-то доступны лепесточки. Кайф. Ну, собственно, потому что здесь уже, извините, автоматик. Автомат 5-ступенчатый. И, собственно, мы уже запустили тачку. И смотрите, какая здесь красота. Маффин в этой версии был уже цветной. Бортовой компьютер монохромный. Ну, чек, как я вам и говорил, после Stage 1 исчезнет. 118 тысяч пробег. Сейчас немного показую, и можно увидеть, как не поднимается стрелка тахометра, а как опускается стрелка бензина. Три раза газанул, 3 литра спарил. Собственно, про передний ряд сидений нам, наверное, рассказать уже больше нечего, да. Есть прикольные бардачки, причем два разделенные. Акустика, само собой, Bose или Bose, как вам больше нравится. How do you go about pronouncing the name of this brand? Bose. Bose. Pretty straightforward. Bose. 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 Все стеклоподъемники электро, все сидушки электро, круиз, шмуиз и прочие прелести жизни. А вот то, что потолок в Алькантаре, можно и показать. Люк, ребята. Конечно же, очень важная фишка для девочек — это зеркальце у водителя и свет. Ну и для пассажира, само собой, тоже. Погружаемся в максимально красивый задний ряд. Место валом просто максимально. Вот я сижу, за человеком моего роста примерно места реально хватает. Космос. Все года уже у задних пассажиров тоже были попогреи, был прикуриватель, зарядка. Шикарно. Единственное, наверное, что здесь не электро, так это подголовники. Ну, что хотеть. Зато подголовника аж 3. Ну, а теперь к плюшечкам. Опа. Опа. Второй пока сломан. Едет. Очень прикольно реализована аптечка. Пожалуйста. Ну, и лючок для лыж, само собой. Все-таки тачка семейный сарай, который может дать под косточку половине потока. Ага, половине. Процентом 80, а то и 90. Вот за что еще люблю эти старые Audi, за то, что у них все вот так вот аккуратненько. Просто кайфы. Заводские шторки. Так, ну и самая важная часть для битурбо-сарая — это его багажник. литров, чтобы возить картошку. Как обычно, с кайфом сделаны вот эти вот отсеки. Собственно, для замены лампочек, сабик. Чейнджер. Зарядочка 12 вольт, пожалуйста. С завода в них всегда были предусмотрены крепления под сетку. Также сеточка у нас есть вот такого типа. Тут еще должна быть крышка, как видите. Там уже что-то колхозили, но опять же она заказана. Все будет, машинка делается. Оригинальные сервисные книги всякие. И вот такая у нас тут ниша запаски. Кстати, аккумулятор располагается тоже здесь. Не буду доставать. Собственно, здесь у нас ключи, домкрат. Ну и, в принципе, больше здесь, наверное, нам показывать нечего. Собственно, снаряженная масса тонна 840, что очень немало. Максимально груженная масса у нас
2 тонны 380 килограмм. Соответственно, тормозить эту массу поставили сзади дисковые тормоза, однопоршневые. Размер дисков реально не знаю. Впереди стоят двухпоршневые суппорта, диски еще больше с перфорацией. Эти красавчики рейсы здесь тоже стоят с завода. Короткий ну и короткий ребес, в чем отличие у нас от обычной А6. Другая решетка, другой абсолютно бампер. Оптика стоит топовая линзованная. У нас другая подвеска, тут другие тормоза, хром-зеркала. Порожки у нас идут строго РС-очные. Широкие арки сзади, широкие крылья спереди. Ну и выхлоп, соответственно, у нас тоже чисто РС-очный. Также стоит небольшой спойлер. И по внешке, наверное, в принципе и все. Ну и, конечно же, здесь стоит честный Quattro, а не Haldex. Что добавляет, сука, расхода еще больше. Ну, и сейчас чутка прокатимся. Сниму немножко тачку с пассажирского сиденья. Ага, хрена лысого, сказали садись за руль. Окей. И чтобы не было вопросов, почему взяли грязную тачку на обзор, едем ее споласкивать. Ладно, я не дурной, сразу поеду прикатаюсь тихонечко. Первый лежачок. Проглотила. Ну, кстати, реально прикольно, что в RS6 хоть подвеска и спортивная, но реально очень мягкая. Катались по частному сектору, где по дороге полное говнище, отрабатывает максимально. Мама, я в РС-ке! Ну что, выезжаем на проспект, можно чуть-чуть и нажать, только чуть-чуть. Под жопой 450 сил. Ну, с 13 км в час с легкостью оттормозилось. Приятненько. Все-таки тормозюли здесь правильные стоят. О, какая-то цешечка. Приехали помыться бюджетненько, но чистенько. Слушай, ну с кайфом. Конечно, иметь 450 сил под жопой на каждый день было бы круто, но если бы она не жрала тридцатку. Ну, понятное дело, такая тачка не для тех, кто думает о расходе. Маленькая пасхалка, кто был внимательный, заметили, что пена смывается снизу вверх. Зло. Так, ну а я на пассажирское сиденье. Как правильно сушить машину? Намыли машину, насыпали на нее воска, смыли водичкой и вот так вот сушим.
10 минут покатушек. Здравствуй, заправочка. Да ладно, ладно, угораю, я просто заехал за водичкой. Жрет она, конечно, много, но не так, чтобы 10 минут и заправиться. А, ну и сразу же ответ на турбосушку. Жопка, само собой, осталась мокрая. Бочины все сухие. 16+, разгоняетесь и все сразу чити-пути сухо. Ай, песня. Оп. Здесь могла бы быть ваша реклама, ребята. Минутка интерактива для подписчиков, ребята. Вот реально не знаю, что это за кнопочка с тремя машинками. Кто знает, напишите, потому что ну, мне реально лень гуглить очень сильно. Ну, в принципе, что сказать по итогу? Машинка очень кайфовая, машина очень дрововая, но не для каждого. Позволить ее может себе не каждый, обслужить ее может не каждый, не каждому она нужна. Понятное дело, что такую тачку покупают не одной тачкой в семье, и, может быть, даже не второй тачкой в семье. Эта тачка чисто для души, чисто выходного дня, с большим объемом, с большим расходом, с большим драйвом, с большой мощностью. Ну и плюс, А6 C5 в старой будке, наверное, найти все-таки сложнее, чем в новой. У кого-то они уже умерли, у кого-то просто они не продаются в качестве коллекции. Новую можно пойти и купить, эту машину надо искать. Также, в принципе, и в этом случае. Человек покупал ее когда-то, она была в России, купил. Она вроде бы ехала, но ехала неправильно. Пришлось потратить очень много времени, много денег. Полгода только ждали запчасти, чтобы ее восстановить. Сейчас ее восстановили в полный сток. Едет она как надо. Скоро будет прошивка, Stage 1, тюнинг. И, собственно, думаю, на этом человек не остановится, потому что такую тачку забрасывать нельзя и можно тюнинговать вечно. Тем более, что моторы эти очень выносливы и можно снять с них больше даже, чем 600. Ну и на этом, я думаю, рассказывать про нее больше нечего. Поэтому, ребята, надеюсь, вам зашел этот формат. Все-таки это для меня впервые. Команды никакой нет, звука нет, камер нет. Все делал на своих плечах, вывозил как можно. Обзором это назвать тоже сложно, но сделал как смог. Надеюсь, вам понравилось, потому что машина реально интересная. Насколько я знаю, их всего две в Беларуси. Точно кто-нибудь скажет, что Мозаика, а где больше подробностей? Почему ты не рассказал про то, что краш-тест она вышла всего лишь на троечку? Не рассказал нам про ее многорычажную подвеску? Почему ты не рассказал нам про ее квадро, систему полного привода? Было также добавить, что краш-тест эта машина прошла на троечку из 5. Типичные проблемы этой машины — это электроника и типтроник, которые дурят голову. Также частая проблема — это часто выходящие из строя текущие амортизаторы, которые стоят по несколько сотен баксов. Булки стаба, алюминиевые рычаги тоже. Стоимость тормозов вы тоже должны все сами понимать, ребята. Да, это тачка, которая может реально подорвать чей-то бюджет или чей-то пукан. Но, как правило, она подрывает чей-то пукан на дороге, потому что все-таки это крутая серийная тачка, в которой помещается вся ваша семья, плюс огромный багажник, ваша собака, пару мешков картошек. И за такую крутую тачку, конечно, нужно платить, и чтобы ее обслуживать, тоже нужно платить. Также, я думаю, не стоит вас грузить этими подробностями, потому что обзор лайтовый, а более технические подробности можно всегда найти в интернете у других автоблогеров. Мой же обзор рассчитан на ребят, которые просто хотят посмотреть видос, кайфануть, не планируют покупать себе эту тачку, и им сильно не нужно знать про проблемы данного автомобиля. Поэтому, ребята, если вам зашел этот обзорчик, похожие обзоры могу снимать дальше, иногда, редко, думаю. Лучший показатель, зашло вам или нет, это, конечно же, лайки под видосом, комментарии оставляйте, мне очень интересно узнать, как вам первый блин комом или нет. Подписывайтесь на мой инстаграм, там тоже со мной можно общаться в онлайн. Помню про донаты, хочу новую камеру, чтобы контент стал круче, красивее, качественнее. Наверное, на этом этот видос подходит к концу, поэтому всем от души спасибо за просмотр. Огромное, если вам со мной было не скучно, пока. И да, ребята, максимальный акцент я делаю на комментарии. Если понравилось, дайте знать. Если хочется что-то изменить, дать совет, реально напишите, потому что я все комменты читаю, даю всегда обратный отзыв. Из вас контент для вас лучше не станет, поэтому давайте общаться.